В общем, нихуя сложного, то как вот контроль за секунду весь рейд шотнул. Плюс от духов отбегать. До духов мы еще не дошли даже. Чем могу помочь? Ну, в плане того, что тут Нет, самое. переключаться надо очень часто, блядь. Тяжелый босс. И трэш надо бить, и босса. В этом плане тут очень тяжело играть. А как вы еще там в другой гильдии, что вы там еще делаете? Так же их этих убиваете, как мы сейчас? Нет, там мы их примерно вот где рыба стоит, примерно сюда грипали. Там у нас то ли 3 ДКшника было. Ну, короче, как-то салом приводили сюда приверженцы. И в центре весь трэш оказывался. РДД били босса постоянно, а милики трэш. Там ДПС несравнимый, очень большой был. Тут у нас, если вот посмотреть на ДПС, Водикон с синтеком, ну, конечно, понятно, там совы, все это по 6, по 7 тысяч. Призан маловато что-то. Или сдох, то ли что, Зукля. Вот играет, допустим, вот линканите по боссу, если у кого есть. Вот у Святоса по леди 800. Малефициста уже лям 600. Значит, малефицист лучше отыгрывает. Вот Химиса, если по боссу заебись дает, то трэш он вообще не бьет. То есть он даже ни дотку не накинет, нихуя. То есть, ну, игра разная у людей. Если вы бьете и то, у вас ДПС в любом случае больше будет нанесенный урон. Вот как, например, у этого. Ну, ПС хотя бы 300 тысяч он по фанатикам бьет. И мемион бьет. В той гильдии там ДПС совсем не сравнимый. Там и трэш умирает. И в босса больше дамага идет. Трэш также, конечно, остается живой до следующего. Тут вон милипачка хорошая. И три вара, блять, и ретрик. Два энха, две роги. А, давай также попробуем. А кто в демоне? Химиса, да? Да ему, наверное, смысла нету в трэш свечиться. Он просто в леди ставит долбить. Биг дэмэдж тут. Все готовы, даю отчет. Маги там помогайте с лестницы, если приверженец будет, антимаги ему в каст дать, чтобы он продолжал бежать на нас. Вот моб взрывается в центре. Старайтесь ему тоже какое-нибудь сало дать, там какую-нибудь хуйню. Не сало это, откидывалку чем-нибудь такое. Ай, блядь. Рес и синтекло. Так там КД вроде. А, нет.
Вот это воскрешенный фанатик, это только РДДшный дамаг принимает. Короче, все зависло. У кого? У кого зависло? У Синтека, Синтек. Можно хоть какой-то контроль? Я сейчас все гимны, блядь, сдам. Понятно. Ложитесь. Так, левая группа, если видите, что справа мобы, вы зачем на босса-то идете? Надо мобов доливать. Я, короче, сейчас релогну, что-то у меня вся игра. Что вот это за хуйня там? Ошибка при попытке какой-то залупы, блять, какие-то заклинания нахуй. Это у всех появляется табличка ебаная. Да нет. Один раз появилась, и все, больше нету.
Да, блядь. Короче, надо третий друид, чтобы третий вихрь был. Ну, может быть, на Next КД Равист будет с нами. Угу. Будет, будет. На след КД. По-любому. Сейчас приедет, переедет, еще 2-4 на 7 будет играть. Защиту от темной магии. Анавен. Все готовы на ее отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга! Ты не в силах противиться моей воле! Кто мага разъебал? Вадикон Лисию. Фулл баф по магу. Это залупа. А кто их убил? Игрок? Да, посмотрим. Топа, Акиса, Синтек. Падайте. Так. Тотем магмы. И стоп еще. Че такая-то хуйня, блять. Стрела тьмы, блять. А чё убило-то? Там такое ощущение, что Акиса подошел и ебнул. Или он в хиле? Нет, не в хиле. Так, топа. У топы вообще... У меня оружие снимается. Нихуя не да, показывают. И... Топа, кто тебя убил? Чё вам надо? Там Буребай убил. Топу. Акису. И Приза. И... С тебя, да? На Акиса в контроле. Я убил Акиса. Я короче, кастовал на Акису, он меня отпиздил. Хорош, ну. Ну вот. Короче, я не знаю, не хочу, не хочу тратить. Первый умер от некротического удара.
Пойдемте, ХМ, там, ГМ. Время есть пока? Да, можно. Пойдем ГМ, ХМ. А это допромо. Может, ТТГ лучше? Думаешь? Может, завтра на фулл ТТГ? Да, лучше завтра на фулл, да. На фулл? Ну, собаку же хотели убить, бля. Чё, всю жизнь без собаки ходить ТТГ? Собачку охота. А вы не хотите сегодня ее? Да что там ее убивать-то? Состав нормальный сегодня. ГМ в любом случае принесется. Да времени не так. Марка Трайли и так еще лучшим составом, но людям похуй просто. Ну, третий будет друли, и заебись, да пронос здесь устроим. Ну да. Кто там, Равис придет? Пошли, груль-магик, печеньки выбьем. Кто первый?